Всем привет, попали мне в руки, решил сделать обзор кроссовки производителя Asics. Модель называется Asics GT DS, сделаны во Вьетнаме, черного цвета. Приехали эти кроссовки в Соединенные Штаты Америки, заказывались по распродаже, обошлись. Достанем бумагу, шнурки попрячем. Обошлись моему другу, он себе их заказывал. Вот, я вам точно не скажу во сколько, но я думаю, за дорого у них сильно не заказывал, по какой-то распродаже, может, взял долларов за 50, где-то так, плюс доставка там. Моделька выглядит вот так вот. Гель, написана вставочка. Что здесь? Какие технологии асиковские. Эта моделька, я не сказал, что какая-то это сильно технологичная или беговая, я так понимаю, это для тренировок. А в зале, наверное, сделаны перед сеточки. Без швов, все проклеено. Не сильно это мне тоже нравится. Не знаю, как оно будет себя поведет. Если их не стирать, то одно дело, если после стирки, не знаю, чтобы не подклеилось. Хотя Asics это реально очень хороший производитель и по качеству, и по одежде, и по обуви. Я думаю, здесь халтуры быть не должно. Это оригинал, не подделка. Сделано прикольно. Вот это такого неопренчика. Весь задник пластиковый. Как бы фиксатор, вот зашнуровывается он для фиксации ноги. Подкладочка на пятке сделана с такого хорошего материала, который, я думаю, протираться не будет, не дешевый, как практически во всех тайгерах используется. Вот мне тайгеры эти мне нравятся, такой здесь уже материал используется, типа как в беговых моделей. Вот бирочка, стелечка у нас. Эх, должна быть съемная. Да, съемная. Видите, простенько все. Нет вот этой вспененной. Штуки желтого или синего цвета. Что Asics под стельку? Стелька самая обычная. Обычная, простая стелька. Вообще. Видите, промазанная клеем. Шнурки. Обычные такие плоские, типа как в классических моделях кроссовок используют разные производители, там Adidas и тому подобное. Вторая, я полупара. Вот так вот выглядят они. Видите, здесь тоже такое неопрен или что-то в этом роде материал, видите. Так, сделано через жопу, конечно. Честно говоря, в шоке немного от Asics, что-то за хлам, хрень какая-то. Что это за говно? Реально, что это такое торчит? Вот это такое. Сделано вроде аккуратно, все вырезано, но вот это, конечно, говнище. Видите? Выштамповка знака Asics, их нет, эти полосочки на этом неопрене. Но это, конечно, смотрится говняненько, вот эта торчащая ерунда. Дырочки здесь пробиты, железные люверсы вставлены. С виду так и не скажу, что железные, я думал, может, это какие-то дырки пробитые просто. Ну, такое, вот это, конечно, похабно и смотрится как-то вообще... Все проклеено, в принципе, неплохо. Есть следы клея. Ну, это нормально. Это не признак того, что это подделка. Бывает у всех производителей. Это ничего страшного. Лучше его пусть будет немножко больше, нежели немножко меньше. Так смотрятся они. Я думаю, начальная стоимость их была в районе где-то американская
заявленная производителем, стоимость где-то в районе 100-120 долларов. Конечно, я бы их никогда в жизни за эти деньги не купил. А вот если они с доставочкой вышли, где-то долларов 50, может 55 там, то в принципе пойдет. Так что всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вы еще увидите очень много интересных видео. Так что всем спасибо, всем пока, до новых встреч, пока-пока.